приехали мы за Павлочаговскую косу. Видите, какой-то домик наверху такой смешной. Пойдем погуляем. Вон она коса. И вот, я не знаю, видно, не видно, вот это все сидят чайки. Их тут, наверное, миллиард этих чаек. Ну, ребенок побежал на середину моря. Это фраза вот про это место. Смотрите. Вот это все белое. Я не знаю, как сделать, чтобы это было видно. Сейчас, секунду. Это все чайки. Вот они здесь просто. Мне кажется, они тут засрали все море. Судя по воде. Сейчас покажу вам воду. Они, наверное, тут что-то ловят, я так подозреваю. Вода такая вот, все вода. И мне кажется, это не вода, а какашки вот тех вот миллиарда чаек, которые тут я вижу. Ну, не знаю, это мое мнение. Конечно, можно романтично отобразить это место, но как спасаться от миллиарда комаров? Потому что вот там машина у нас стоит. Если подниматься по дороге, вы идете, отбиваетесь от них. Это раз. А во-вторых, как отбиться? Как купаться? Знаете, такое чувство, вот как купание. Вот знаете, кто-нибудь когда-нибудь птицу держал? Вот когда вы ее, ну, налили им воды, птицы, да? Поилку. Она через время становится такой не очень чистой. Вот такое чувство, что здесь поилка для птиц. Мы цивилизацию вернулись. Идем в музей. Ребята, чтобы вы понимали, это все золото. Вот это все золото. Сарматов, скифов, сережки. Это все золото. Если вы еще не были в этом музее, приходите, смотрите. Это все золото. Это золотой зал нашего исторического музея. Это все золото.